Ребята, проверьте, получилось. Не боимся, поприветствуем. Я вот думаю, у меня нормально слышно. Смотрите, вообще ироничненько, горькая ирония, да, в России куда ни пойди, если тебе тут митинги согласовали, через 500 метров обязательно кто-нибудь тоже протестует против какой-нибудь несправедливости. Присоединяйся к ним. Вот. А еще у нас на каждом шагу полиция, но мы все равно чувствуем себя в небезопасности, как-то странно. Вот. Есть такое. Вот. Я о чем хотела сказать. Здесь много говорили о социальной несправедливости, о пользе солидарности. Это то, чем мы, 90% в этой стране работающих и хоть что-то производящих людей, вот, ребят, и я хотела о чем сказать. В России 80 миллионов работающих людей. Половина из них женщины. Левтем, организация девушек, женщин с левых взглядов, но мы феминистки. 40 миллионов работающих женщин, работающих наравне с мужчинами. По статистике, женщины выполняют на 2/3 больше работы домашней, связанной с домом, детьми, воспитанием, чем мужчины. Можно скажу страшную вещь? В стране, где так херово с мужиками, у вас большая перспектива. Да. Ну вот, видите, ну как бы, если из них столько миллионов в полиции работает, то, вот. Да и женщина. Так вот. И когда в нашем движении против пенсионной реформы, в штабе «Народ против», больше половины, по статистике там социальных групп присутствия, по статистике тех, кто выходил на улицы, раздавал листовки, больше половины женщин. И когда я здесь хотела просто поблагодарить тех женщин, которые приходят на митинги, которые не боятся, переступают через стереотипы, участвуют в политике, участвуют в политических и других движениях. Я, несмотря ни на что, без нас, без половины населения этой страны ничего не получится. Солидаризируемся, не бойтесь, и делитесь как девочки.